Ваша любимая рубрика «Опрос блиц-монтажника». Сегодня в гостях у Антона Горыныч. Горыныч в бане. Горыныч в бане. Город Краснодар. И сегодня привет. Блиц-опрос. Вы видели, что он делает, что умеет. Ну и прямо сходу. Сердце бани – это печь, как говорится. Вот что-то, какую бы печь себе поставил. Топ-3. Изи Стим, Сангенс и Грилд. Из Грилда я бы поставил Ретро. А из Изи Стима? Из Изи Стима Сочи. Так. А вообще, какой... Или Южную. Или Южную. Или Сочи или Южную? У тебя денег только на одну печь. Южную. Южную. Смотри, если мы абстрагируемся, есть у нас разные форм-факторы печей. Есть печи в сетке, есть печи в кожухе. Мы облицовку не берем, понятно, все выбирают облицовку. Вот что взял, в кожухе или в сетке? В кожухе, конечно. О, в смысле, ну, в кожухе, в смысле, в камне, в камне. В камне. Не, а если нету камня? Денег нет на камень. И на кирпич тоже не будешь. Тогда Ялта, в сетке. В сетке. Смотри, происходят дебаты, что лучше. Чугун, нержавейка или углеродка, или чугун с нержавейкой. Вот, понимаешь, что выбираешь печку с нержавейкой, но, ну, к примеру, ты как бы немножко в бюджете ограничен, то есть ты не можешь купить вот Изи Стима с толстой нержавейкой. У тебя есть вариант купить либо из тонкой нержавейки печку, из углеродки там шестеркой, там восьмеркой, или из недорогого чугуна. Недорогого. Денег сколько? Ну, по минимуму, надо уложиться. Все, что сэкономишь, уйдет на отделку. Ну, на печи бы я так не экономил. Там, допустим, взять ту же Ялту, она стоит там 90 тысяч. Я бы ее взял. Вот. Да, потому что будет. Лучше бы я сэкономлю вот на этом деле, но... А, 45? Да. 45. Ну, это тогда Стальмастер. Тогда Стальмастер Хард. То есть ты любишь пар с нержавейки, потому что в харду стоит емкость из нержавейки, закрытая каменка, правильно? Да. Я люблю пар с внутренней каменки, когда камни очень хорошо разогреваются, и от нее хороший пар получается. Ну и сама каменка из нержавейки, что да, у Изи Стима, что у харда Стальмастера. Да. Окей. Следующий вопрос. После печи всегда идет какой-то первый модуль. Вот, допустим, у тебя нету горячей воды. Что бы ты поставил? Бак, теплообменник на трубный или же, может быть, встроенный теплообменник? Ну, во-первых, я всегда рекомендую разделять баню. И у нас в Краснодаре просто не нужно этого делать, особо никто не заморачивается. Отдельное устройство на нагревание воды и отдельное устройство для бани. Очень редко у нас происходит так, что кто-то подключает нагрев воды к печке. Ну, допустим, это крайне редко происходит. Переехал жить в Сибирь, так обстоятельства семейные сложились. Тебе надо нагреть. Все-таки теплообменник, встроенный на трубный. Тогда теплообменник. Встроенный в печку? Нет. Или на трубный? На трубный. На трубный теплообменник. Так. Если у тебя есть горячая вода, то у тебя есть варианты, что можно поставить на первый модуль. Это либо сетка с камнями, либо ППШ, либо паровар, то есть какое-то устройство, которое дополнительно увлажняет сухим паром парную. Или просто сэндвич поставить. Не знаю, что ты поставил бы первым метром? Я бы ставил сетку с камнями. Сетку с камнями,
Ну, потому что у нас уже для пара есть печка с внутренней каменкой. Зачем нам еще лишнее городить? Так, следующий вопрос. При прочих равных, как бы ты дымоход поставил? Вверх через кровлю или бы вытянул бы его на кронштейнах по стене снаружи бани? Вверх, конечно. Вверх. Да, логичный вопрос, какой бы дымоход? Топ-3. Без первого, второго, третьего места отечественного дымохода. Топ-3. Значит, бренда. Первый это будет Грилд, причем трехконтурный. Второй это у нас ТИС Теплов и Сухов, тоже желательно трехконтурный. Ну и потом, не знаю, ТИС без третьего контура. То есть ты апологет трехконтурных дымоходов, да, объясни, да, почему. Да, да, потому что это безопасно, это самые безопасные дымоходы, потому что они сами себя охлаждают. Это очень классное изобретение, и очень жаль, что про них очень мало рассказывают, про них очень мало люди знают. Вот, и я всем заказчикам очень сильно рекомендую это делать, особенно если у них там много деревяшек сверху. Это прям, что называется, must have. Кстати, в Краснодаре, исходя из погодных условий и жестокой климатической зоны, из чего бы ты сам себе строил баню? Вот у тебя задача домашнюю баню построить. Там дерево, кирпич, пеногаза, шлакобетон, там, не знаю, каркасник. Вот что бы себе делать? Я бы себе сделал из пеноблока. Он очень теплый и легко монтируется, легкая конструкция. Ну, традиционная пеноблок. Казачья баня современная. Да, это да, пеноблоки. Да, да. Идем дальше. А какие бы закладки, в хорошем смысле этого хорошего, отличного слова, ты положил бы в закрытую каменку? Топ-3. Вот ты пришел в магазин, что спрашиваешь? Мне для закрытой каменки продайте... Во-первых, это нефрит. Нету нефрита, чтобы взял бы. Нету нефрита. Взять нужно прометалловские пирамидки. Либо... Плохой магазин, нету прометалловских пирамидок. Турбокатушки, нержавейка. Вот. И все. Этого всего нету? Нет, все, есть хоть что-то есть. Да. Это какой-то тогда совсем фигуренький магазин, если там нету ни нефрита, ни турбокатушек. На жадеит можно еще туда положить. На крайняк. На крайняк, да. Потому что он все равно, какой бы ни был хороший, через года полтора придется каменку от пыли прочищать, все вынимать. Вообще, ничего против не имеем, но лучше есть более современный материал. Отлично. Давай перейдем к пожаробезопасным материалам, тот же самый печной угол. С точки зрения дизайна, топ-3 дизайнерских решения, чем бы вот ты себе печной угол делал? Натуральным камнем, там, плиткой терракот, плиткой из Леруа или там рваным камнем, там, только хлорид. Не знаю, в общем, что бы ты для себя сделал? Я бы сделал для себя рваный камень только хлорид все-таки. Только чтобы он был качественный, чтобы он был не дешевка какая-нибудь, которая там разных размеров вся. Может быть, это даже не только хлорид, а как он? Пироксенит? Нет. Ну или пироксенит, да. Пироксенит тоже очень хорошая вещь, интересная. Темный камень такой. Ну вот, и обязательно подсветку для этого дела, потому что рваный камень нужно подсвечивать. Если мы положили рваный камень только хлорид, потратили кучу денег и не подсветили его, это прям такой промах серьезный. Он, когда его подсвечиваешь, он в 10 раз интереснее выглядит. Так, у тебя нету денежек на такие развлечения? На втором месте что бы взял бы? На втором месте, нужно идти тогда по Леруа выбирать какие-то интересные материалы, которые тоже будут фактурные. Вот, возможно, это какой-то искусственный камень. Ну, третьего места нет, потому что уже дешевле, чем в Леруа зайти и купить искусственный камень, уже вариантов нету. Давай поговорим про термозащиту печного угла и, может быть, и проходного узла. Вот топ-3 материалов для термозащиты. Там всякие минериты, фламы, нержавеечка с базальтом, или там, не знаю, вот, что лучше всего.
печного угла, значит, да? Ну, вообще, как грамотно сделать. То есть, ты мне предлагаешь защищать угол фламы. Фламы я не люблю защищать. Расскажи, как делать правильно, научи. Дело в том, что если мы делаем, если у нас какое-то строение каркасное, и мы защищаем фламы, там у нас внутри может собираться тепло. И потом это дело может вспыхнуть неожиданно. Поэтому мы предпочитаем комбинировать материалы. Кирпич. Нет? Кирпич. Какие-то негорючие материалы, весь печной угол у нас должен быть либо из кирпича, либо из пеноблока. И после этого мы облицовываем это дело уже. Все, вопрос снят. Я думаю, дальше развивать эту тему бессмысленно, потому что реально есть апологеты специальных термозащитных средств, а есть апологеты кирпича. Пойдем дальше. За электрику. Что тебе нравится? Во-первых, высоковольтовая, низковольтовая или только низковольтовая? Или только... Ну, высоковольтовая. Тут вопрос бюджета. Если у нас бюджет маленький, мы ставим просто обычные лампочки, 220 вольт по углам, закрываем абажурами, как это все делают. И РКГМ. Или РКГМ, конечно. РКГМ, ПРК, или, там много названий у них. Вот. Да, термостойкий провод обязательно. Если у нас деньги есть, угу, то тогда, конечно же, мы выбираем светодиодную ленту термостойкую. Какие бренды? Отрекламируй, как ты умеешь. Arlight. Первое это Arlight, SVG. Ну, они на одном приблизительно уровне. И на худой конец? На худой конец какое-нибудь безбрендье. Китайская, они очень дешевые. Нет, не Лизер. В Леруа термостойкая не продается. 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 Для самого. Такая вот толстая с палец. Вот. Ну, я, правда, ее ставил, мы увидели мои ролики. Там Гиндос на нее немножко нажал, и там сразу светодиодиков штук 5 потухло. Но она работает. То есть свет дает, но с пробельчиком. Но это нормально. Тут вопрос в том, что с ней будет, непонятно. А проверенные бренды, они все-таки проверенные. И я бы рекомендовал все-таки их использовать. Так. Логичный вопрос. Наверное, твой самый любимый. Про дерево. Давай его разделим. У нас есть сорта деревьев. Ну, там, елка, сосна, дуб. Там, что тут, не знаю, произрастает, что ли, для отделки в Кубани, не знаю. Mm-hmm. Использую. А, не, вру же, знаю. Но не буду говорить. И дальше, второй вариант, это способ обработки дерева. А вот ты сам себе баню отделываешь. Из какой породы дерева в первую очередь ты бы делал? Что бы на рынке искал? В первую очередь я бы, конечно, искал местную липу. Местную обширонскую? Обширонскую. Розовую? Липу, розовую. Так, а если она... нету, вдруг такое случилось, все москвичи купили, все Руспарс купил. Тогда ольха. Тоже местная? Тоже местная ольха, конечно, она очень красивая, интересная. Если ее правильно, нормально высушить, она просто прекрасна. Ты же знаешь, что Руспар собирается всю вашу ольху замечательно да, скупить? Да, знаем мы, да. Ладно, тогда с ней мы не будем рекламировать. Нет, все скупили москвичи, паразиты, и липу обширонскую, и ольху местную. Mm-hmm. Все. Что, из чего бы делал? Третье место. Я бы сказал, липа. Поехал бы в Москву за липу. Или к Володе Ефремову. Липа, но мне больше, если честно, нравится кедр. Очень, а он очень интересно выглядит. Вот эти вот все сучки, я так люблю. Это канадский кедр или это российский? Это сибирский кедр. Сибирский. Сибирский кедр, да. Соглашусь. Дальше. Мы определились, какие сорта деревьев. А теперь давай поговорим об их обработке. Вот, чтобы ты, какие бы материалы, или, может быть, комбинировал бы, использовал там вагонку, обрезную доску, необрезную доску, остатки от досок, опилки от досок, что бы там одно на другое доски, что как, кого. Угу. Ну, тут же опять вопрос, что заказчику нравится. Тебе лично, ты сам мне, себе заказчик. Я себе необрезную доску бы, конечно, сделал. Либо я бы скомбинировал, покрыл, сделал темной эту самую вагонку и частично сделал необрезную доску, чтобы она была светлой. Я так уже сделал у себя в бане. Красавчик. Надо обязательно побывать как-нибудь. Попить киселя.
с чайком. Так, а теперь поговорим о том, надо покрывать дерево чем-то или не надо. Или если надо, то где, или вообще все. И чем главное? Если мы используем для себя, ну как баня семейная, построена для себя, то в принципе покрывать по большому счету можно и не покрывать. Тогда у нас остается запах, у нас ну, вид остается ровно такой же, как он был. Вот. Но я, если честно, рекомендую покрывать. И покрывать потому, что потом легче все это вытирается. Все влага защищено от влаги. Вот. Не остается, ну, остается, конечно, но меньше гораздо на полках остается следов, там, разводов от листьев. Первое. Бренды называй, рекламируй. Бренды. Бренды. Стены мы очень любим покрывать борма. Масло борма для бани. Не масло, вру. Воск. Воск на водной основе борма. И я туда обязательно съезжу. Это москвичи в Щелково находятся. Я никак туда не доеду поснимать ролик. Вот. Почему он мне нравится, этот состав? Потому что не меняет цвет древесины. Вообще никак не меняет. Если мы вот полки покрыли жилицей, маслом, она пожелтела. Видишь, она вот желтенькая стала. Здесь жилица. Да. Стены мы покрыли бормой. Такое впечатление, что вообще ничем их не покрывали. Вообще, да. Такое впечатление, что ничем не покрывали. Если у нас здесь будет йошкар-олинская липа светлая, она ровно такая же и останется светлая. Она не пожелтеет. Ничего с ней не произойдет. Вот. На третьем месте. Есть что-нибудь? Подожди, это борма. Второе место у нас жилица. Жилица очень я люблю. Масло хорошее. Если нам нужно выделить древесину, то она очень прекрасно выделяет вот эти вот все фактурности. А третье место, не знаю, третьего места, наверное, нету. Вот я двумя составами пользуюсь. А давно ты вообще в этом деле? Сколько месяцев, лет работаешь? Я 12 лет занимаюсь в бане. Значит, можем тебя спросить на вопрос, какой инструмент самый лучший для работы монтажника? Назови топ брендов. Может, даже наругать, какие не нравились, какие ломались, там денег зря потратил на них. DeWalt. Первый бренд, да. Конечно же. Потом, что у нас там, Makita, и потом все остальное. Понял. Вернемся обратно к бане от инструментов. Вот баня твоей мечты. Какие у нее должны быть размеры? Ширина, высота, длина? Где-то 2,5 на 3 метра. А баня мечты, высота 2,40. Как были бы расположены у тебя полки там... Первое, сколько ярусов, и второе, их размещение, там, Г-образные, П-образные, или Г-образные с отдельной скамеечкой, то есть, вот так вот, как-то пишут словесно. Во-первых, у нас должна быть полка для парения, здесь она вот выполнена немножко не так, как... Дизайнерски. Да, она выполнена дизайнерски, я бы сделал все-таки отдельный полок, без вот этого нижнего, на уровне 70 сантиметров, чтобы можно было парить. И буквой Г расположил бы еще 2 уровня, то есть на уровне 40 сантиметров, подожди, на уровне 45 сантиметров и на уровне 90 сантиметров. Ширина какая должна то быть? То есть полок вот этот для парения, он будет заходить туда, под верхний ярус. А ширина какая лучше всего парильного стола? 70-80 сантиметров, вполне достаточно, нормально. Вот. А для сидения там уже как пожелаете, там возможно верхний полок сделать 60 сантиметров, чтобы тоже можно было и улечься на него, и облокотиться удобно. Ну, нижний, соответственно, 40 сантиметров. Раз разговор пошел о парении, отрекомендуй хорошие веники. Первое место, что тебе больше нравится? Дуб. Наш местный дуб. Кубанский? Кавказский дуб. Ну, вдруг дубы москвичам все продали, срубили все и отправили в Москву барыгам, перекупом. А он вот так и делается. Нету дуба.
Есть еще другой, есть, кстати, еще другой. У дуба мелкий лист, а есть еще канадский дуб, у которого крупный, он мягкий такой лист, очень клевый. И начинается. Третье место? Третье место липа. Чисто патриот Кубани. Нет, чтобы сказать там каким-нибудь пихточкой. У нас березы нету, какая пихта и как не париться, блин. Кстати, а какие у вас дрова традиционные? Традиционная дуб, бук. Печи долго не живут? Нет, почему? Нормально живут. Живут. Ну ладно, тогда нормально. У нас просто реже парятся, чем у вас. У нас тепло. Так у вас потеют чаще, мыться надо тоже чаще. Слушай, а давай поговорим, знаешь, о чем? Ты же за 12 лет перевидел стольких... Так, Толян, это у меня свое. Стольких изделий бандарных. Вот есть какие-то бренды, которые тебе прямо в душу запали, то есть ты берешь вот ковш в руку, вот, ребята, рекомендую вот этот ковш, или же там какой-нибудь вот запарники в Краснодарском крае лучше брать у ИП там Петров, ну, отрекламирую хорошие вещи. Слушай, я просто фанат Вудсона, вот лучше, чем они делают, я не видел, ну, есть какие-то определенные вещи там, Позиции, там у Бентвуда там есть хорошие, как их, ведра там, запарники, да, но Вудсон, у него огромный ассортимент, и эти люди, эти мои друзья, кстати, товарищи, они... Внезапно тоже казаки. Внезапно, да. На соседней улице. Качество, они очень сильно придираются к качеству. Да, качество вообще отлично. И да, они придираются к нему. И это очень хорошо, это прям правильный подход, на мой взгляд. Согласен. Я фанат, действительно фанат, я другим ничем не пользуюсь. Я пользуюсь, ну, потому что мне все дарят на халяву, но могу точно сказать, что Вудсон это зашибись. Давай тебя спрошу про пол. Что рекомендуешь? Надо теплые полы на Кубани делать, не надо теплые полы. Ну вообще, какой лучше пол с трапиками, без трапиков, там леруашные или может какие места посоветуешь? Да, тут простой вопрос на самом деле. Пол теплый нужен всегда, на мой взгляд. То есть это хоть у вас, хоть у нас, теплый пол это всегда комфорт для ног, для бани. Баня всегда сухая. Знаешь, у нас ты деревянные полы нормально прокатывают. А у нас не делают деревянные полы в основном, понимаешь? У нас всегда плитка на полу и плитка... Отрекламируют поставщика плитки, которая не скользит и вообще зашибись. Да, тут я не могу тебе говорить, я не знаю поставщиков. Тут... Ну ладно, по магазинам. У нас это Терра, например. Отлично. Огромный магазин, где можно выбрать все, что угодно вообще, в принципе. Давай про вентиляцию. Первый вопрос. Форточка. Необходимо или можно обойтись лично для себя? Для себя можно обойтись. Можно обойтись. На мой взгляд, она не особо нужна. Если правильно подобрана печь, форточка не обязательно. У нас вентиляция Вудсон. Кубасту, конечно, Кубасту. Она справляется, она меняет воздух парилки 4 раза в час. Этого достаточно для комфортного парения. А кто засекал это? Я вот как-то пытался это даже с людьми поговорить, которые вентиляции, с профессорами, они мне говорят, там все зависит, объем воздуха меняемый. Да, конечно. От местоположения дома, от того, где он находится, сверху, снизу. А как вы замеряли все это? На глаз, на запах. Ты просто замеряешь по ощущениям по своим. Если тебе комфортно в бане, которую ты сделал, если ты паришься и тебе не хочется выбежать, там голова не болит, все, у тебя все хорошо, вентиляция работает правильно. Это кто-то может сказать, что это за ерунда, но я вам скажу, есть же даже люди, которые апологеты, что не должно быть термометров, гигрометров, все по своим ощущениям. То же самое с вентиляцией. И я принадлежу тоже к тем людям, которые считают, что не нужно никаких заморачиваться с замерами, со скоростью обмена. По себе надо судить. Если есть у тебя хорошая вентиляция, у тебя не болит голова, значит, у тебя реально хорошая вентиляция. Если ты после бани просыпаешься с утра, у тебя болит башка, значит, проблема с вентиляцией. Но она должна быть обязательно. Стоять
это труба или трубы, и под печкой, естественно, приток воздуха. Приток, конечно, воздуха. Обязательно. И вот мы сейчас находимся в парной, в которой нету форточки, и тут дышать комфортно, потому что здесь постоянно идет обмен, даже когда печка не работает. А она сейчас, как видите, вот, если можешь показать, вот без камней стоит красотка, все равно все да, работает. Да. Вот. Что тебя еще спросить? Про двери! Какие двери принято ставить на Кубани? Отрекламируй, как ты умеешь, хорошие банные двери. Ну, первый вопрос. Себе бы поставил из стекла или из дерева? Ну, из стекла. Конечно, из стекла. А да. Какой фирмы? Кто мне денежку занесет? Кому звонить за такой-то ролик? Может, и тебе скидочку дадут? Ну, мы ставим в основном Дорвуд, если честно. Очень много делаем бюджетных парилок, поэтому это Дорвуд. Дорвуд нас смотрит. Дорвуд, да. И у них есть очень хорошие двери премиум-класса. Премиум, по-моему, нет? Нет. По-моему, премиум. Премиум, да, я не помню. Называются. Три петли и алюминий. Да. Не вот это, вот этого, да, по-моему? Да, 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 вроде. Так. Может, я еще тебя не спросил, может, ты еще сам хочешь сказать, дорогие кубанцы, гости Кубани, баню надо делать так и не иначе как. Ну или не знаю, что-нибудь. Хочу вам отрекомендовать такой-то магазин. А у тебя есть свой магазин, кстати? Нет, у меня нет магазина своего. У меня есть офис, где есть демонстрационная баня, где вы можете прийти, потрогать, посмотреть, все увидеть, как это выглядит, понюхать. Там травы у нас, панно с травами, панно с можжевельником, панно с гималайской солью. И там есть печка, которая работает. Вы можете прийти, попробовать пар этот, который вот действительно русский пар. Причем печка там Сангин стоит у нас. Вот, но это одна, единственная, наверное, из тех печей, которая вот электрическая печь, которая делает настоящий русский легкий классный пар. А это значит, сейчас будет немножко магии. Раз, два, три, в офис к Антону перемещаемся. Заходи! Заходи! Как я тебе обещал, я в офисе. Это, ребята, офис. Реально. И как было обещано, действующая баня. Но включать, естественно, мы не будем ее. Как так-то? Привет. Вот такая вот баня у нас. Мы сделали, причем она в многоквартирном доме. Это демонстрационная баня. Вот такая вот плиточка здесь простенькая. Простенькая, дорогущая. Красивая. Это дорогущая плиточка из Леруа Мерлена. Стоит 1500 рублей за квадратный метр. Как ты любишь прям. Я в офигее. Да. Я ее увидел, когда я сразу давай телефоном светить на нее, как она будет выглядеть. Очень крутая плитка. Мне очень она понравилась. Офигеть. А что это такое? Ну, это гипсовая плитка. Гипсовая плитка. Вот, тестируем, как она будет себя вести в бане. У нас здесь есть панно из сена и травы. Есть панно из можжевельника на потолке. Есть панно вот там вот сзади из гималайской соли. Это все мы показываем клиентам. Чтобы показать, вот поставишь панно, будет вот так вот. Да, на да, меня да, не да. Серчай. Да, будет. Сам вот согласился. Да. И вот Black Bunny на Кубани, так сказать. Все по стилю черное со светлым, черное со светлой. Естественно, он работает, просто сейчас включать мы его решили не надо. Подспинники по моде светлые с темным сочетанием. Полок светлое с темным сочетанием. У нас есть даже работающие... Второе дыхание. Вот. Уже очень круто. То есть... Здесь разная. Вот о чем я говорил. Здесь вагонка темная, а здесь светлая доска. Вот эта светлая доска, это та же кубанская липа,
но она покрашена бормой, воском, воском борма, итальянским. И она выглядит вот так вот. Если покрасить живицей, вот я будет вот так вот она выглядеть. То есть вот разница. Разница, ребят, в чем то, что это теплый тон, а это холодный. Да. И здесь вот. Конечно, для пучков, трав, да, конечно Вудсон. Же у нас все прибамбасы Вудсон для трав, парозахват. Очень классная, полезная вещь вообще, просто офигенная вещь. У нас здесь ковшик Вудсон, у нас здесь запарник Вудсон, здесь Вудсон подушка для второго дыхания. Здесь очень классная вещь, матрас вообще бесподобная вещь, тоже Вудсон. Ребята умеют сделать все для бани, поэтому приятно использовать их вещи. Не, братан, для бани все ты умеешь делать прямо. Знаешь, если б я был потенциальным клиентом и думал, кому бы мне обратиться, вот сюда зашел и все понял. Умеет, могет, обращайтесь. Ну, что сказать, я думаю, то, что ролик нужно оканчивать. Время поставить лайса. И если ты на Кубани, ссылочка там снизу на тебя, а еще у него есть видеоканал. Тоже ссылка снизу. Давай московскую пятюнечку. Блин, забыл, что это. Ну, короче, всех благ, удачи, побольше клиентов денежных. Очень круто. Умеешь, могешь. Спасибо. Тебе спасибо.